Таланты детей сотрудников УФСИН оценили по достоинству. Юные художники и музыканты приняли участие в творческом испытании, организованном Ассоциацией работников правоохранительных органов и спецслужб Российской Федерации. Главной составляющей – патриотическая направленность. По итогам конкурса было определено 30 призовых мест. Но поскольку наш конкурс организаторами расценивается как праздник, прежде всего, то все участники конкурса были поощрены дипломами участника и ценными подарками. На конкурс было представлено 139 работ. В число призеров вошли Лана Муфахарова, Елизавета Зайцева, Арина Губина и Диана Краева. Я не в первый раз участвую во всероссийском конкурсе фестиваля «Хрустальные звездочки». И я очень рада, что у меня такой хороший результат. Я еще буду участвовать в этом конкурсе. Я узнала об этом конкурсе от мамы. Она работает в УФСИН. Очень приятно, то, что меня отметили. Поддержал творческий конкурс и член общественного совета при УФСИН Михаил Урясов. От него победителям и участникам были вручены подарки. В университетах везде эти грамоты, эти дипломы, они дают возможность поступления, дополнительные баллы для поступления в университетах. Это все важно. И мы сердечно поздравляем всех участников, всех победителей с этим замечательным событием, с этим конкурсом. Также были награждены победители конкурсов, объявленных Федеральной службой судебных приставов. Антон Никонов, новости Улправда ТВ.